Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня обзор на коляску Рико Монтана 2 в 1. О лучших ценах и актуальном наличии вы сможете узнать из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Поддерживайте мой канал лайками и комментариями. Линейка детских колясок от польского завода Rico, который уже много лет с успехом действует как на российском, так и на европейском рынке. Rico имеет не одну современную и выносливую модель детских колясок. Продукция соответствует всем европейским стандартам. Коляски радуют современным дизайном и функциональностью, а для малышей удобны и безопасны. Коляска модульная 2 в 1 – это трендовые цвета, высококачественные материалы, стильный дизайн. Это утонченная модель с люлькой из водоотталкивающей ткани. На выбор 6 расцветок. Компактная рама, ее вес с колесами 9 кг. Габариты шасси в сложенном виде 65 на 59 на 30 см. Рама помещается в багажник любого автомобиля. Шасси оборудовано новой системой защиты от случайного складывания – Frame Protection. Ручка-толкатель обшита высококачественной эко-кожей. Мягкая регулируемая амортизация при прогулках с малышом поможет сгладить все неровности дороги. Коляска входит в любой стандартный лифт. Ширина шасси всего 59 сантиметров. Коляска оборудована бескамерными полиуретановыми колесами. Передние в диаметре 23 сантиметра, а задние 28 сантиметров. Передние колеса поворотные, обеспечивают коляске великолепную маневренность, при необходимости легко фиксируются. Уютная люлька, есть отворот на накидке для максимальной защиты от непогоды. В отвороте есть окошко. Внутренние размеры люльки, длина 78 см, ширина 38 см, высота бортиков 22 см, вес люльки 5 кг. Люлька выполнена из ударопрочного пластика и обтянута водоотталкивающей тканью. Крыша люльки из водоотталкивающей ткани. Внутренняя часть люльки обшита хлопковой тканью «Экотекстиль». В комплекте с качественным двусторонним матрасиком обеспечит малышу долгий и здоровый сон в любое время года. Стильный прогулочный блок. Длина в разложенном виде 89 см, ширина 42 см, длина сидячего места 25 см. Вес прогулочного блока 5,5 кг. Спинка прогулочного блока регулируется в 4 положениях, опускается до почти горизонтального. Прогулочный блок можно устанавливать лицом к маме и от мамы. Также прогулочный блок оборудован мягким вкладышем и пятиточечными ремнями безопасности с мягкими плечевыми накладками. Для прогулок в холодное время года в комплекте идет теплая накидка на ножки. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Не очень удобная молния на люльке. Теперь перейдем к положительным. Отличная качественная коляска. Управляется очень легко. Большие колеса. Делитесь впечатлениями от ролика и модели в комментариях. Буду благодарна за поддержку в виде лайков. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».